сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулака. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хикс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры, моего корабля. 17 недель назад десантный борт Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть, мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Всем быть в ангаре через 20 минут. Назовитесь. Капрал Кристофер Уинтер, 118-й батальон, на борту Сифоры. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рина-2-1 для спасения 2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Но я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо. Давай догоняй 2-1. Они постараются добыть черный ящик Сулака и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Мы обосрались. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США «Сифора»? Внимание! Прямо сейчас Рино-2-1 и Рино-2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение 2 часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри 161. Как корабль оказался у этой планеты? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыта сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи! Ура! И к черту! Ура! Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рино-2-1. Двигаюсь в их направлении. А доброго времени суток всем, с вами Росси, мы перезаряжаем наш автомат и готовимся идти спасать отряд колониальной пехоты США на корабле, который застрял в космосе в игре Alien Colonial Marines. Это мой первый шутер на канале, ну как бы действительно шутер. Я скажу сразу, что я не сильный ворошиловский стрелок, поэтому, ребят, будет как будет. Я думаю, тот, кто хотя бы периодически смотрит наши видео на канале, те в курсе, что, к примеру, я и как Саша, мы не вырезаем неудачные моменты. Это, в принципе, летсплей, и поэтому, если в данном летсплее я буду умирать, мы будем с вами перепроходить это заново, пока не пройду, потому что, ну, это не гайд. Опять же, повторюсь, это летсплей, поэтому, ну, как есть, так и есть, как будет, так будет. И также хочу сразу к вам рассказать следующее, что я постараюсь разбивать миссии на 2 части, поэтому я не буду вам говорить, типа, там, мой в каждом видео всем привет, я с вами поздоровался, кому интересно, будет дальше эти видео продолжать смотреть. Некоторые миссии я буду начинать заново,
в них буду здороваться, в некоторых не буду. Это будет как вторая часть, поэтому я думаю, вы не сильно обидитесь. Типа, о, нет, он с нами не поздоровался. Мне кажется, вам вообще как бы все равно, с вами поздоровался или нет. Поэтому, ребят, если будут миссии короткие, будут цельные. Если миссии будут длинные, они будут просто разбиты на две части. Я надеюсь, вам понравится это прохождение. Для новеньких, кто зайдет на канал, тот подпишется. Для стареньких не забудут поставить лайк. Ребятки, и давайте вот большие пальцы вверх, там ноги, руки, обязательно подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк, обязательно прокомментируйте. Я очень рад, когда кто-то что-то пишет в комментарии, я отвечу всем. И, в общем, меньше слов, давайте к делу. Начинаем прохождение. Я стреляю плохо, боюсь ужастики, хотя люблю их смотреть. Ну, в общем, я думаю, как-то что-то будет интересного из этого получится. Так, эта игра у нас 2012 года. Я сейчас нажал на кнопку с помощью клавиши E. И мы отправляемся на Сифору или Сафора. Я что-то... Или Сафора, в общем, я не запомнил название, если честно. Ну, вот так вот. А, Сулака. Мы отправляемся на Сулака. Бэм. А вот наши морпехи. Добрый вечер. Что, черт возьми, там происходит? Рейдер 6-5, вы уже взлетели? Взрыв на Сулако! Давление падает! Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Рейдер, доложите по форме. 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, мы отрубим эту штуку. Продолжаю движение к Сулако. Прием. Ну, как всегда, и по франшизе Чужого тоже тут все идет через жопу. То есть мы шли, тут оборвался, сейчас оборвут люк, мы останемся на этом корабле. Ну, в общем, все прекрасно. Разгерметизация. Мы на Сулака. Заперто. Откройте. Ребята. Сикора, это Анил. Здесь погибшие и раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым морпехам. Рино 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель. Это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1. Как там дела у 2-3? А, Уинтер. Смотри-ка, он и тебя прислал. Ну что ж, раз такое дело, доставай датчик движения и скажи, что ты видишь. Вижу вас двоих. 2-3 на юге. За ангаром, возможно, они что-то ремонтируют. Движутся? Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Черт. Сифора, судя по всему, 2-3 заняли позиции. Или убиты. Передвижение неопознанных объектов. Возможно, на морпехов напали. Сифора, я следую по направлению к 2-3. Ага. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Конец связи. Найти пропавших морпехов. Так. Давайте, что тут у нас? Сэр, тут по палубе буквально размазана половина неопознанного андроида. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Тогда найди разговорчивую половину. Конец связи. Какой-то умник. Знаете, когда я достал датчик движения, я прям сразу вспомнил этот фильм из детства про Чужих, когда... Тогда он был, конечно, очень крутой. Да, и сейчас время от времени можно пересматривать по приколу, конечно. Ну, датчик вот прям, как фильм смотрю, реально. Вообще супер, конечно. Оп, движение. Где-то эта тварь еще, я слышу. Шипит, наверное, где-то ходит по вентиляционной шахте. В общем, просто классика жанра, ребят. Просто классика жанра. Так, двигаемся дальше. Опа. Нет. Зараза, так, а ну выходи, выходи, разберемся. Конечно, все вот прям в стиле Чужих, вот реально молодцы. Мне очень нравится. Похоже на отстрелянные криокапсулы. Жуткое пробуждение.
Согласен, очень жутко. Оп! Я его видел. Текс. Нажмите, чтобы вырезать. Так, дядя Толя, сварщик 30-го разряда. Оп. Шикарно. Открывайся. Контрольная точка. Какие-то сопли. Органика. Явно эти. Твою мать. Капитан, вы это видите? Козлы эти явно тут наследили. Тихо, 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 тихо. Тихонечко, где ты? Я иду за тобою. Ага. Где-то там. Экс, что тут у нас? Угу. А, видите, тут люк еще снизу. Слушайте, она прям где-то или под нами, или над нами. Куча люков открыта, мне это не нравится. Опа, коконы. Пустой, пустой. Что за... камера? Ага, там какой-то парень есть. Сейчас мы коконы эти на всякий случай поразбиваем. Если я не ошибаюсь, именно в фильме с таких коконов выражались вот эти, такие как паучки. Они кидали, прыгали на лицо, короче, душили, засаживали туда личиночку. И потом эта личиночка выгрызала себе путь из грудной клетки своей жертвы. Собственно, я думаю, ага, вот и они. Мне кажется, вот тут уже вылезла эта хрень. Здесь тоже. Видно, ему было больно. А этот живой, а если он живой, и эта херня где-то, вот она, значит, в нем уже личинка. Давайте его сразу пристрелим. Можно сразу пристрелить? Я хочу его сразу пристрелить. Я не хочу тебя освобождать. Понял? Не хочу. Ты уже зараженный. Ты зараженный. Давайте я пристрелю просто. Ладно. Давайте. Резак. Резак. А, добрый вечер. Я вас ждал. Так возьми оружие, блин. Я нажимаю что-то. Ага, вот я откинул его. Бах-бах-бах с пистолета. Все? Ребят. Это просто, это хедшот был. Просто хедшот, вы видели, как бы, то есть. Она испарилась, я... Ну, про игрок. Ничего не скажешь. Давай, давай, давай! Чё ты орёшь? Сифор, это Уинтер. Я обнаружил Киза из Рина 2-3. Вокруг вижу тела, но не все. Одного или двух парфеков из 2-3 не хватает. Не ссы, я тебя вытащу. Не ссы. Уинтер, бери тех, кто остался, и отступай к остальным 2-1 возле ангара. В бой не вступать. Сэр, это Киз из 2-1. У нас было задание добыть черный ящик Сулака. Сынок, я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто возвращай. Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении... Уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. Понял, козел. К черту. Черный ящик совсем близко. Возьмем его, потом прибудем к Рину 2. О'Нил, ты все еще там? Дерьмо. Парни, возвращаетесь? Нет. Дай нам 10 минут, мы возьмем черный ящик. Морпехи не должны погибать зря. Даю вам 5 минут на все про все. Киз, постарайся найти Беллу. Ура и к черту, морпех. Постараюсь. Согласен. Спасибо, О'Нил. Спасибо, О'Нил. Угу. За дверью сразу. Здесь кто-то есть. Понятное дело. Оп, сверху. Контакт! Контакт! Да вижу, что контакт. Стреляй, давай, не разговаривай. Стоять же, да я по тебе попаду, зараза ты такая. Так, я стру... Нет, подождите. Оп. Ты чё меня... Бэм! Это был подствольник, ребята. Тихо, 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 успокойся. Чёрный ящик находится в верхнем помещении! Ага. Нашёл! Сейчас мы туда дойдём, только получите.
Так, беру дробовик. Сейчас я буду... Сзади! Оп, где? Блокируй двери! Хватай чёрный Понял ящик. Тебя. Ящик хватаем, ребятки. Центральная консоль! Бери, чёрный! Выходит через минуту! Да? Да! Есть. О, Нил, соскучился! Чёрный ящик у нас! Две минуты! Кейс, лови! Всё, отлично, я их закрыл. Уэнтер, понял тебя! Нервничать потом будем! Возвращайтесь! Так, патрончики. В чёрном ящике должны быть данные о том, что Отступить произошло на сих пор. Если мы его доставим, неизвестно ещё, что выяснится. Перезарядимся. Я готов. Оп, броня, броня, отлично. Текс, хорошо. Опа. Кстати, он прям как кусок говна вывалился. Такс. Ага, в окне вижу. Чё ты сидишь, блин? Интересно, что-то он сел, просто вниз смотрел. Нормальный такой парень. Ты не морпех, ты какашка, блин. Такс. Кто-то мне написал в конце... Оп, блядь. Ах, ты отвали. Кто-то мне еще, блин, ВКонтакте написал. Ребята, я извиняюсь. Зараза такая. Так, что там? Ну что мы тут стоим? Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Фух. Так, что, идем, идем. Так, хватит там мне писать. Что такое-то? Блин, они со всех щелей просто лезут. Будем у тебя через минуту. Так. Выходим, 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 выходим. Оп-оп-оп. Броня. Тут. Вы видели эту наглость? Так, все тут заперто, отлично. Давай, открывай. Подходим. Дайте мне в робота сесть. Хочу в робота, хочу в робота. Смотри, в шлюпке! Твари! Бросаю гранату! Куда? Лиз, стой! Ты что, совсем спятил? Дебил. Беги к соединителю! Наши держат круговую оборону. Текс, надо как-то занять позицию оборонную, помогать нашим чубрикам отстреливаться. Батюшки. Что-то они сильно подперли нас. На. Нет. Обалдеть. Ребятки, ну это конец. Я за это предупреждал, что может быть и такой исход. Попробуем переиграть. Наверное, сейчас залезу вот на тот ящик и буду от него прям отстреливаться со всех как бы стволов. Текс. Ну, мы знаем, что этот дебил сейчас затупит и кинут гранату, взорвется боекомплект катера. И мы не сможем улететь на нем, потому что он очень умный. Смотри в шлюпке! Твари! Бросаю гранату! Кис, стой! Ты что, совсем спятил? Беги к соединителю! Давайте, у меня почти полная броня. Что тут, ничего нету? Стабилен. Ждать, когда нас эвакуируют, некогда. Пойдем так. После взрыва дверь заблокировала. Конечно. Тут необходим код доступа. И сломаем чертям собачьим эту гребаную дверь. Оружие к бою. Так, да, есть, есть. Включаю отмычку. Зараза, как он вернулся с моего подствольника, блин. Анил ранен. Еще пару секунд. Вставай, Анил, братишка. Постреляйте по ним, а не смотрите. Ох ты, блядь. На. Двоих сразу. Давайте, блин, отбивайтесь, а не разговаривайте. Все, труба.
Да ну что ж ты будешь делать? Что есть, блин? Козел. Ты бы еще дольше открывал. Блин, эти козлы достали. Может, я не знаю, может пытаться от них мансить как бы по кругу и стрелять из них из всех стволов. Это какое-то издевательство, блин. Видно, что эта игра не для меня, но это просто, это вызов, ребята, это просто вызов. Мы должны это пройти. Ты понял меня, Кис? Смотри в шлюпке! Твари! Бросаю гранату! Бросай. Кис, стой! Ты что, совсем спятил? Я уже знаю, куда бежать. Беги к соединителю! Так, патронов не хватает. Сразу надо подготовиться. По всем этим. Я не могу на ящик запрыгнуть. Ёлки-палки. Разговаривать некогда! Пойдем так! После взрыва дверь заблокирована. Тут необходим код доступа. И сломай чертям собачьим эту грёбаную дверь! Оружие к бою! Давай, ломай дверь, чертям. Да-да, есть! Включаю обычку! А ты что, неубиваемый какой-то или что? Дай мне 30 секунд! Быстрее! Еще пару секунд! У меня уже брони нету. Обалдеть! Я пробежал это. Ребята, это феноменально. Обалдеть. Просто. А, я думаю, что мне так не видно их? А потому что я фонарик не включил. Все, 2-1. Уходим. Черный ящик отправляется на Сифору. Парни, задание выполнено. Ну, ура. Рин, уходим! Уинтер, пошел! Батюшки. Один, до свидания. Все-таки у того козла вылетела из груди эта хрень. Держись, парень, держись. Держись, дружище, давай. Ползи, ползи. Но я не удивлен, что так все случилось. Мы потеряли черный ящик. Киз, он был у Киза. Все к черту. Ну, мы-то живы, а это уже кое-что да значит. Отлично, да. Только у меня говорит нет Сифора, патронов. Вы меня слышите, 2-1? Что произошло в соединителе? Сифора, слышу вас хорошо. Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уинтер с тобой? Так точно, сэр. Что думаете про случай с Кизом? Все наши птички класса Шайн уже сбились в стаю и спешат к вам. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Так. Что-то не так. За мной. Добраться до грузового отсека, ребят. Поехали. Ага. Тайный ход. Не удивлен. Как я понимаю, я спрыгну первый, да? Ну давай. Оп. Чисто.